Сейчас мы приехали в семью, где двое маленькие, да они даже не маленькие детки, они им уже скоро 10 лет будет. Но они больны ДЦП. Вот этот мальчик очень тяжелый, а также у него есть родной брат-близнец, который немножко легче форма. Он сейчас гуляется игрушками. Мы их приехали проведать и привезли продукты благодаря замечательной девушке из Италии, Алены Болошки. Ален, спасибо тебе огромное. Мы проведали семью, привезли им продукты. Вот эти мальчики сейчас лежат, потому что двигаться они не могут. Семья нуждается в очень многом. И в памперсах, и в лекарствах, и в продуктах. Очень трудно им выживать с двумя прекрасными близнецами, которые, к сожалению, вот, у них такая болезнь. Спасибо огромное людям, которые помогают. И низкий вам поклон за это.